После данного инцидента депутат городского совета от партии регионов Олег Киктенко дал комментарий нашей телекомпании. Он показал документы от многих государственных и городских служб, будто бы разрешающие ему до неузнаваемости изменить вид улицы. Депутат предоставил план улицы, который предполагает расширение дорожного полотна за счет прилегающей земли. План уже одобрили Киевская райадминистрация, ГАИ и другие службы. Однако на плане зеленые насаждения не указаны вовсе. Никто деревья не рубил. И не собирался рубить деревья. Если мы внимательно посмотрим на эти деревья, то мы посмотрим, что деревья стоят все на месте. Их просто окультурили. Если три веточки подрезали для того, чтобы вдоль пешеходной дорожки человек идет и не цепляется, и не режет себе ноги, я не считаю, что это преступление.